Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. По возможности с их автобиографией. Карел Дюжарден. Нидерландский художник-гравер. Родился 27 сентября 1622 года. Учился у Касса Бернема и Паулиса Поттера. Он побывал в Италии и проживал в Ливоне. В 1656 году участвовал в создании общества «Пиктура» в Гааге. Позднее некоторое время проживал в Амстердаме. Потом уехал в Италию и умер в Венеции. Дюжарден писал в основном пейзажи Италии. Изображал животных, жанровые картины, изящные портреты и исторические полотна. Особенно известны его сцены из сельской жизни. Большое количество работ Дюжардена находится в Лувре и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а также в Амстердаме, Гаге, Касселе и Берлине. В начале творчества Дюжарден предпочитал чистые золотые цвета, а с 1660 года писал в холодных серебристых тонах. 52 гравюры Дюжардена являются шедеврами этого направления искусства. Вот так вкратце, с переводной Википедии данных практически никаких нет о нидерландском художнике и гравюре Карле Дюжардене. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.